На дачу с ветерком с 1 августа свыше 24 тысяч жителей Щелковского района, достигшие пенсионного возраста, получили возможность бесплатно проехать на электричке в любой конец Москвы и Московской области. Реализация данной меры социальной поддержки стала возможной благодаря решению губернатора Московской области Андрея Воробьева и мэра Москвы Сергея Собянина поддержать пенсионеров и льготных категорий граждан, активно пользующихся пригородным железнодорожным транспортом. С 1 августа губернатором Московской области принято решение об предоставлении права бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения всем пенсионерам Московской области, включая пенсионеров силовых ведомств, почетным донорам Российской Федерации, Советского Союза и многим другим категориям. Бесплатно пользоваться электричкой также могут дети из многодетных семей до 18 лет и студенты до 23 лет. Один из родителей в семье, признанный многодетный, опекун и попечитель, приемный родитель, патронатный воспитатель, воспитывающий ребенка-сироту, родные, иные законные представители детей-инвалидов, один из родителей инвалида с детства, обучающегося до 23 лет. На скорые и скоростные поезда повышенной комфортности «Ласточка» или «Рекс» льгота не распространяется. Проезд у нас будет осуществляться исключительно по социальной карте жителей Московской области, и для этого гражданам с 1 августа необходимо обращаться в кассы РЖД, на вокзалах города Москвы и на любой станции Московской области, в частности Щелковского муниципального района. Это станция Воронок, станция Щелково, Монина, Соколовская, Осеевская, тоже можно будет уже перекодировать. Платформа «Воронок» – одна из тех платформ, где жители Московской области, достигшие пенсионного возраста, могут перекодировать социальной карты жителя Московской области для бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте. Для этого достаточно обратиться к кассиру с социальной картой, ну а потом, через несколько секунд, уже бесплатно пройти через турникет. Чтобы свободно пройти через турникет на платформу, социальную карту необходимо перекодировать в пригородной железнодорожной кассе. Дополнительных документов предъявлять кассиру не требуется. С 15 августа перекодировать карту можно будет самостоятельно в терминалах самообслуживания. Часто пользуюсь, у меня в Монино даче, а сюда я езжу по делам из-под Липок. Так что очень удобно. Сегодня активировали, в смысле все это очень быстро. При возникновении трудностей с оформлением бесплатного проезда следует обращаться к сотрудникам Щелковского управления социальной защиты по адресу улица Свирская, 14, кабинет номер 6. Получить консультации можно и по телефонам 8 496 566 9803 или 8 496 566 78 83. Если у граждан отсутствует социальная карта, то необходимо подать заявление на ее изготовление в многофункциональный центр «Мои документы» или к нам в управление. На время изготовления социальной карты житель получит справку установленного образца для предъявления ее в железнодорожной кассе для получения разовых безденежных билетов. И еще один важный момент. С 1 сентября пенсионерам Российской Федерации, достигшим 60 лет, будет предоставлено право бесплатного проезда на общественном транспорте Москвы, включая метрополитен. Михаил Налетов, Александр Аржевский, телерадиокомпания «Щелково».